Алло, алло, бля. Куда смотреть? Кто здесь? Нахуй, честно сказать, блядь. А откуда птичка? Руки на столе, держи, падло. Вылетит. Птичка, воробей. Воробей. Тресь и все. Так, все, собрались, нахуй. Здорово, народ, я вас категорически приветствую на своем канале. Всем мира добра и приятного аппетита. Взаимно. Это Леха, снова у меня в гостях. И я что-то заказывал, хотел хинкали, потом что-то еще, харчо, мучню, яйца кабана, блядь, привязать к бревну, и зайца взять за уши, да и ёбнуть от сосну. От сосну. Психанул, короче, взял ведро крыльев, нахуй, блядь, вот он этот, вот он соус, остался там, чудок. И взял, блядь, вообще, короче, набор, как всегда, рыбные бургеры. Рыбой пахнет, нет, там. Лох на нерест пошел, вот я и взял рыбные, блядь. Так, и что характерно, на ведро этих ебаных жареных гвоздей, блядь, дали вот, даже отдельно, две салфетки, блядь, чтоб мы с тобой ужрались нахуй и в конце вот так вот. Вот так об себя руки обтер и пошел. Мы так жрем, что надо полностью искупаться в море, блядь. Вот, соус, ну, в принципе, что тут нам, я не стал заказывать, что у меня, если в холодильнике стоит. Этот, как его, и чаек я тебе не заварил, запарил. Не, чай для богатых. Нихуя себе, я что, получаю олигарх? Я скорее олигофрен, блядь. Так, всем, ребята, приятного аппетита. Давайте, открывайте сундучки, доставайте тачерезочки. Смотри, стоит вот эта хрень, 140 рублей. О, рыбный. Тупо попробуй, что горячий. Ну, я с трудов я. Сколько в фастфуде жру, никогда рыбное не брал. На ты ли рыба? Рыба, вот. Ну. Блять, рыба. Ништяк, прям вкусный. Ну. Так надо свечивать. Ничего так. Хавать можно. Ну да. Вот такая булка. И вот такая рыба. Джессика, старая проститутка. Казалось бы, при чем тут проститутки? Да. Блин, реально вкусно. А? А? Кто-то звонит? Ну иди, иди, ответь. Ну как всегда, блядь, господин президент. Ёбаный рот. Вот как и я, постоянно что-то сядешь снимать. Это пиздейшин какой-то. Ну? Так, я, короче, бургер пока отложил. Я хочу попробовать вот это вот. Ух ты, они еще горяченькие. Ароматная курочка. Похоже на лягушачьи лапки. Лё Биг Мак. Это лё нога. Лёкина нога. Вот так вот берешь нежную. Нежнейшая, свежейшая. Охуенчик. Ну да. Цвет смотри какой. Янтарный. Можно. А чем ты запивать будешь? Слюнями? Ну, думаю, бля. Может, пивка? Нет. Лучше водки. Лучше водки, хуже нет. Ну и с пивом, а то деньги на ветер нахуй. Пизду. Раз и два раза. Да давай, лови. Дорогие друзья, кому не нравится, что мы материмся, что я матерюсь. Ну, жизнь такая. Не мы такие, жизнь такая. Все матерятся. Я вот картиночку специально, дисклеймер, что я снимаю с себя ответственность за то, что я матерюсь. Я предупреждаю, что лучше не смотреть тогда. Там присутствует мат. Что там слово блять как запятая. Так что, если я чьи-то чувства там оскорбил или что, не знаю, ну не смотрите просто и все. Включите эти ебаные мультики, блять. Второй раз уже говорю. И смотрите свой этот ебаный Чип и Дейл, что там сейчас смотрят, блядь. Не знаю. Я мультики не смотрю. Вот это. А я смотрю иногда. Дядюшка Ау вчера смотрел. Ау, да. Этот, Нафаня, Кукузя там. Кукузя? Ну что такое? Ну.
Я почему-то думал, что будут как эти дешевые котлеты с магнитом, блядь, рыбные. Не, а тут прям это, но прям видно, что отслаивается прям мясо. Видно, что уже 140 рублей, блядь, нихуя себе реклама для нее, да? Ну. Не, ну реально по кайфу. Я тоже думал, что фигня будет флажная. Фуфлагоны. Лягушачьи лапки настоящие. Конечно, я бы хотел из кожи жопы дракона, блядь, ну ладно. Не поймали еще, да? Того дракона. Да. Который его Юрец заказывал. Блин, вот хочу прям попробовать мясо крокодила. Вот что, как курица, наверное. Нафиг знает. Ты хавал? Нет. Не хавай. Не хавай. Ты что делаешь? Ты хаваешь? Нет. Оставь его в покое. Блин, вот я, да ладно, пофигу, короче. Мясо крокодила. Мясо крокодила, да. Гены, блядь. Слегка остренький, или это соус острый. А потом позвонили гуси. Когда же меня отпустит? Блин, реально вкусно. Ведро крыльев, тут, по-моему, штук 25. Считать не буду, ладно, буду доверять. Короче, вот такой вот у нас сегодня веселый мукбанг. Ребятушечки! Воскресный. Да. Нашли время, короче. Выделили для жрачки. Мне так прям хочется взять и салфетку побольше. Потому что я жру, что аж по пузу течет, ё-моё. Иначе вкусно не будет. Вот, чаёчка. Давай, точи, не стесняйся, запарил. Чаёчек вообще как взять, я чай отказался. А, ну да, это же для олигархов. Я не просто олигарх, я дохерарх. Во, вот эти, они как это, как лыточка. Они более тут мяса больше. Их всегда меньше, блядь. А по идее должно быть поровну. Больше вот таких вот тоненьких они херачат. Они же из целого крыла делают. Не, ништяк, крылья. Ну да. Что-то я про привет вообще забыл. Занят. Едьбой. Хоть здесь нет наедалова. Блин, как мне туда? Дотянешься? Кого? До салфеток. До салфеджио. О, прям, ага. Спасибо. Мало салфеток дали. Мало. Надо больше. Так, разрешите просочиться. Приветиком. Давай, Лёха, с тобой передадим привет. Давай. Владиславу Усову. Я не знаю, откуда ты. Мог бы написать город, если кайф. Итак, Владислав Усов. Тебе привет. Привет, Ники. Так, сейчас вот и на секундочку. Женщина помирает, а чемоданы, сука, тяжелые. 37-й год. 7-й, 8-й, 9-й. Автобусы не ходят, но... Это сейчас просто о чем это? Это аналитика. Это мы здесь как два аналитика. Когда два аналитика разговаривают, говорят, нихуя ничего не понятно, блядь. Аналитика, почему да. На линейке отметка 25? В 9-летнем возрасте, блядь. Значит, отвлекся я. Я извиняюсь. Ника. Диамонштейн. Интереснейшая у вас фамилия. Дай бог вам хорошую профессию с такой фамилией. Так, привет, Алена Демидова. Привет тебе. Привет Роме из Екатеринбурга. Это родина Ромы Бук. Не Ромы, Ромы, Рома же Букин и да. Гена. Гена там самый главный такой, он вообще весь сериал там. У него футболка без баб, вся фигня. Вообще жжачный сериал, иногда мы зырим. Вот, Леха любит его. Егор Калашников. Не переживай, если ты переживаешь. А если все-таки переживаешь, не переживай. Все будет ништяк. Хорошо сказал, блядь. Надо запомнить. Раз и все, и завтрашний день, блядь. Привет. Роме из Новосибирска. Роман, я там ошибся, немного имя перепутал. Потому что кто-то еще был из Новосиба, поэтому я извиняюсь. Рома, Ромчик, тебе привет. Особо больше никто приветов не просил. Если кто хочет привет, пожалуйста, передам. А все из-за того, что на природе хорошо после литра водки. Можно есть. Тут добавить даже кабану, перевязать из лонг бревна. Ну и так далее, вы знаете. Вот, очень вкусно. Сегодня вот еда.
целое ведро жареных гвоздей. Видите, они рыжие. Вот. Ну, потому что самые лучшие витамины, когда болеешь. Противопоказано к просмотру веганам. Срочно пиздуйте в поле, косите траву и жрите ее. За место лапши. За место. Или уместно. Чё-то Лёха невесёлый сегодня какой-то. Аппетиту, что ли, нету? У меня он все хрустит аж. О, ништячки. Эти жареные кузнечики. Видно, какие. Нихуя, кузнечики-мутанты были. Да. Они просто из России. Из Челябинска. Челябинские кузнечики настолько суровые, что сами прыгают в печку и жарятся, блин. Для людей. Бери, точи, запарил. Ты сидишь как это? Я не тороплюсь. Я стесняюсь. Я не в жизнь. Знаешь, песня такая. Не надо стесняться. Бля, укус на хуй остановишься, блядь. Главное, алкопоезд не разогнать. Вот его хуй вообще остановишь. Алкопоезд, блядь. Ништячки. На вопросы, ребят, отвечу в следующем видео. Что-то как-то сегодня не до вопросов. Ой, хорошо. Укусно тебе, девица. Укусно, красавица. Что ты как девица красная? Давай тебе щечки намылим свеклой, блядь. Чтоб ты потом пошел толчок. О, красненькая пошла со свеколочкой. Ну что, шибанула? Вашего отца это... Зови детей на нюха. Ничего, лаврушка, зажуем. Точи давай. Я уже все. Ну что ты там съел-то? Я в два раза меньше тебя. Че, весишь или съел? Даже выгляжу меньше. А жрусь, жру, как собака бешеная. У тебя расти надо. Самая охуенная растишка, вот такое ведро в растишке. Давай. А то охоты не будет, не нарушай традиции. Чайковский, чайковый. О, завалоёбил. Хочешь знать? Нет. Почему я использую нож? Пистолет слишком быстро. Не успеваешь насладиться моментом. Ну, братец, ты реальный маньяк. Я знал твоих друзей ближе, чем ты. Это Джокер, Джокер. Я как эту футболку одеваю с Джокером, так что я Джокер, блядь. Он в меня вселяется, блядь. Не знаю, я почему-то, вот когда это ж про Бэтмена там, я почему-то за него. Да. Он вроде как злодей, но он какой-то такой злодей, но как нормальный пацан. Ну, грабит банки, ну и ой, с ним. А летучая мышь, блядь. Миллиардер и, типа спасает. А что, ну бабками лучше поделился бы с народом, блядь. Технологиями. Что-то я тоже этот кузнечиков этих обожралась, а? Как тебя зовут? Гадя. Ты потерял? Я потерялась. А где ты потерялась? Я потеряла то место, где я потерялась. Гадя Хренович. Петрова. Гадя Хренович Петрова, да? Или как? Хренова. Гадя. Да мне не важно, мне чисто поржать. Гадя, да? Петрович Хренова, да? Да. А, мне говорит, фамилию скажи мне так для себя поржать. Ебать. Уу, весело у нас, так что, ребята, кто не верит, тому в глаз. Если едешь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз, правильно. Если едешь ты в Европу... Светит тоже в глаз, в принципе. Солнце светит прямо в жопу, блин. Так что... Всем мира добра и солнце в глаза. Здоровья большого, огромного. Сегодня вот так вот мы посидели, похамали, поточили, по... В общем, вот так вот. Да. Как всегда, не знаю, какой-то несем бред в основном я. Бред Пит или просто бред, не знаю, вам решать. В общем, до свидания, до встречи. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, отписывайтесь, как это, в принципе... Это нормально, это жизнь. Это хоть заходи жизнь. Ну ничего. Ладно. Морду тяпкой, хвост пистолетом. Давайте вперед. Прорвемся. Пока. Блять. Ебаный. Что-то я тоже нахавался. Нелегаю, что-то раз и все. Раз и все, без дубляжа. О, блять.